Всем привет, с вами Паша Райз. В этом видео я с Максимусом будем решать важные вопросы. Надеюсь, видео вам настроение поднимет, так что всем приятного просмотра. Чуешь, Петрон не отвечает. Алло! 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 Связь адекватная? Приезжайте, вы выходите из машины. Вот, 10 секунд на поедание машины. Что? Форме, вот в этой форме. Это у нас проект. Все, можешь отойти? Что-то хотели? Два звонят по объявлениям, тут будет у меня рубрика. Чека я ему призвоню, скажут, алло? Алло! Алло! Ну ты едешь забирать мою R8? Алло? Алло? Бля, тебя не слышно, Василь. Алло? О, вы едете? Давайте, я жду вас. Давайте, подъезжайте, типа я вам продам машину и все, и по рукам. И мы расходимся, поняли, да? Территорию покидаем? Ну, за 5 лямов давайте. Паша, Паша, ОЦ воспринимаешь? Что? ОЦ воспринимаете? В смысле некрасивая, она типа такая... ОЦ воспринимаете? Долбоёб, закрой рот, я по телефону говорю, ты, блядь, дура. Алло, алло, здравствуйте. Сэр. Какую субординацию, да, тебя скорбил, ты дальше во флиге? Я знаю. Шо? Покиньте данную территорию. Моя шо за рулем, у меня, блин, голова в крыше. Постучал в окно. О, у нас окна разбиты, долбоём, блядь. У вас не разбиты окна, не оскорбляйте меня. А, ну извините. Вы честно... Пять мужиков тупо на двоих встали и стоят над нами. Алло, ну давай, покупаешь R8? А ну киндоки, киндоки. Киндоки, братик. Документальные, братик. Держи. Ой. И таки DR8. А, ой, я забыл, это у меня на GTA 5 RP, сори. А, ну тогда получается. Чё вы? Пихли, я по объявлению буду звонить и там реагаты. Чё, набираю. Алло! 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 Вы альфарм даёте? Скажи, давай встретимся. А-а-а. Ну давайте тогда встретимся. Давай, у казино давайте. Типа давай. Блядь, подожди. Ну шо там, сэр? Ебать, він там угорав, коли я оці рогати почав. Поїхали до мене. Чекай, зараз не дзвоню. А не дзвоним. Алло! 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 Ой, ти кому дзвониш? Ти хто такая? Алло! 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 Там писали. А я вам в трубку пёрнул. Алло? А, алло. А чё, мачки? Блять, вы букву цифры не знаете или что? Я не понимаю, вот 6 человек уже позвонило, и каждый первый вопрос это почём очки? Нет, спросить, нет спросить цвет. Я готов вас купить. За сколько? За 600? Нет. За сколько вы готовы купить? Подождите. А я не готов купить, я передумал. Всего хорошего. Подождите, подождите, блин, я админ тэп. Сейчас. А что ты в Айварне мудал, ебать, что? Да я айдишником ошибся, я сейчас. О, и жалоба на форум заливается. Блядь, ты заебал! Чекай, тихо, что он хочет? Да. Куда? Підвези до Фібів. Уїхали, братик. Хлопці, короче, хто не підписаний на Пашу, то всі зразу заходимо в рамочку, виходимо з рамочки. Там є така червона кнопочка підписатись. Нажимайте на неї, якщо вона стає сірою, то ви всі молодці. Я, Паша і Максимум дуже будуть раді. Спортивний клуб якийсь. А, це, блядь. Куди це ви проїхали? А ми проїхали на армію. Армія не здесь. Можете йому носок в рот засунути? Могу, вийдіть. Шкарпетку. Значить, достав із кармана носок. Шкарпетку, дістав шкарпетку. Попав в рот. Засунув в рот. А, не попав. Чуть, давай я в барак в'їбусь. Давай, давай, зі всієї дурі просто влети туди, в неї. В эту сучку. Головне, прилети. Давай, розгін, паха. Бля, я вилетів з неї. Не, ну это понятно. Мне интересно, почему он врезался. А больше так не будете. А вот в КПЗ отсидите, больше ничего не будете делать.
Чувствую, я фразы влетів у барак, мені да. Просто цікаво подивитися, якби ти там повилітав. А ну давай, покажи мені демпу. Все, они на... Меня слышно, да? Да. Все, они сейчас приедут. Он, короче, угнал полицейский транспорт, врезался в RCV, попутно в барак и сбил пару людей. Ого. Понял, все, ладно, все сделаем. Все, по полной мере его. Спасибо за дружки. Так, я не понял, вас не забрали или что это сейчас? В каком смысле нет? В каком смысле они уехали? Бля, ну что, кочу печать, я очень затерток печать, бля, я ж ничего родин руха. Я надеюсь, а, бля, что член руха, бля, не мытый. Сотрудникам БКСД они уехали, и через некоторое время данный человек каким-то образом тпхается сюда. Это баг. Именно когда садит машину, сейчас я передам вот это сдачу. И плюс, он полный нон-РПшник. Он с кляпом во рту орал и разговаривал. Вот. И странные звуки прям перед вами. Он уже второй или третий день подряд приходит, садится в наш барак и начинает пердеть и всякую говно говорить. Я уйдет. Алло! Ты кто такая? Запрыгай. El Primo is here. Кто там тебя садит? Дом. Все, давайте, до свидания.